ехать. Эша, вот до чего замечательная книжка-то. О, привет, ребята. Это, как поживаете? А я здесь вот книгу читаю. Автора Антуана де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» называется. Да чего замечательная книжка. Правда, вот мне в ней не все сразу так вот понятно. Но главное, это вот когда ты проснулся, то сначала приведи в порядок свою планету. Да чего ж замечательный этот вот человек, Антуан де Сент-Экзюпери-то. Ну, хотя ясно, что он и не из нашей деревни. А то вот эти вот терлим-бом-бом, ну, хулиганы. Как конфет-то наедятся, и давай все фантики по городу от сникерсов, от конфетов выбрасывать. Угу, безобразники. А этот вот Антуан Экзюпери, он молодец. Хотя и не служил со мной в морской кавалерии. Ну что ж, полгорода-то я уже подмёл. Пожалуй, перерыв пора и заканчивать. Пора за дело. Дает. Попадись она мне в зубы, ведьма старая. Нашли? Ну, спасибо. И тебе спасибо. И другу твоему вот такое спасибо. Мне эта книга вот до зарезу нужна. Ага. Как потеряли? Как потеряли? Ты сказал, нашли. Не понял. Какой дед Емеля? Ах, Савелий. Ну? Савелий. Что? Черту гордость стер? Так, ну, а приметы его какие? Ну, давай. Так, что-то вроде кастрюли на голове, понятно. И усищи здоровые. Ну, такого я быстро найду. Значит так, слушай мою команду. Я на север, ты на восток. Бом-бом отправляй на юг. А встретимся на западе. Отбой. Ага. Ну все, покедова. Так, ну, Савелий, попался тоже мне. Ничего, я этого Савелия мигом найду. Гражданин прохожий, а ну бегом сюда! Бегом! Бегом! Стой! Раз, два! Здорово! Здравствуйте, Савелий! Признал? А как же не признать? Вас всякий знает. Вы мне даже во сне снитесь. Лесно. Боишься? Требещу! То-то. Вот послушай, ты на улице конфеты и шоколады ешь? А то. А вот фантики и разный мусор куда деваешь? А куда попало? А это вот зело нельзя. Зело плохо. А вот тебе конфету и больше так не делай. Спасибо, дедуля! Ну давай. Ну вот, еще одного хулигана перевоспитали. А теперь за дело. Ура! Бежал! Ну куда подевался этот проклятый дед Савелий? Ох, и умница этот наш дед Савелий! А? Дед Савелий! Ты сказал, дед Савелий, да?
Где он? А вы что, охотитесь за ним? Что я нет? Не скажу! Да не охотишься за ним! Мы с ним из одной сказочной передачи, вот только я его в лицо не знаю. Пароль? Пароль? Страна Черлимбомбия. Вас понял. Ага. Дед Савелий? Ага. Курс Норд-Вест. Курс Норд-Вест, понятно. Ты пальцем покажи, а. О! О! Ты, ты. Ну, дай пожать лапу. Проходи. Ну, вот и все. Весь Симбирск подмел, всех перевоспитал. Топереча, думаю, Антарктиду убрать. Угу. Только сначала оденусь потеплее. Ну, а пока я, детишки, пойду одеваться, разрешаю вам посмотреть мультфильм. Во. Нет, искать этого деда, где убрано, бесполезно. А убрано везде. Эх, пропала волшебная дедушкина книга. Эх, ё-моё. Мусор. А попробуй-ка я этого деда поймать на живца. Он же чистоту любит. Так. От конфеток, от жвачек. Мужик, ты чего? Ты чего, мужик? Ты чего, с ума сошел, что ли? Мужик, мужик, подожди, подожди. Мужик, ты это че? Страна Черлимбомбия! Мужик, ты чего? Мужик, так, ты не хулиган! Нет, не хулиган! Нет, не хулиган! Нет, не хулиган! Ты из нашей передачи сказочной! Из вашей, из да. вашей передачи, да! Слушай! А ты чего? Мусорил! Что, я? Да. А я тебя, дед Савелий, найти никак не мог! Ты ведь дед Савелий! Кастрюль на голове, ну? Ну, так я дед Савелий, а ты чего тут мусоришь? Дед, ты пойми, я тебя найти не мог, да? Весь ага. город обрыскал, да? Ага. А тут смотрю, отчаял совсем, ведро стоит, думаю, дай этого деда на живца поймаю. Удалось, ну так вот, дед. А я-то чем могу тебе служить? Чем служить? Слушай так, мне Бом-Бом книгу принес. Так это я его в школу-то отправил. Ну, хорошо учится, хулиган, а? А я откуда знаю, хорошо или плохо? Так вот, он эту книгу в землю закопал. Это плохо. Что плохо? Ну, кто ж с книгами-то так поступает? Нехорошо. Нет. Хулиган! Да не хулиган он, слушай меня. Он эту книгу закопал, чтобы потом откопать и мне отдать. Понимаешь, дед, книга-то волшебная. Дедово наследство, ну. Вот, а ты эту черту-то, вот. Между городом и деревней стер! Ну, это моя заслуга. Заслуга? Да. А как мы теперь книгу отыщем? Ну, это... Это я тебе помогу на раз. Да а ты... зачем тебе эта книга-то волшебная? Ну как, волшебником хочу стать.
Нет, тут я тебе не помогу. Почему? Ну, потому что волшебство надо творить своими руками и метлой. Ну, хорошо, хорошо, дед. Мне книга, ну, вот так надо. Ну, наследство дедушки. Ну, книгу дед... я тебе помогу найти. Спасибо, вот. Дед. Могу собрать. А ты за это мне должен пойти со мной в Антарктиду. В Антарктиду? Да. А это зачем еще? Ну, я город весь убрал, осталось Антарктиду подмести. Остынь, дед! В Антарктиде одни пингвины живут, и холод там собачий. Да и чисто там у пингвинов-то, они же сами такие, чистые все. Ну, может, не надо в Антарктиду, а? Давай мусор соберем, а? Давай мусор соберем. Вот, давай. Вот. Так. И пойдем черту искать, хорошо? Найдем обязательно. Ой, твою нет, черту. Спасибо. Книгу разыщем. А вот как мы ее найдем, об этом ребята-то узнают в следующей передаче. Обязательно. Дед, пошли быстрее. Ну, пойдем. Пойдем, дед. Так, а куда пойдем-то? Курсы на... Норд-вест! Норд-вест! Прохожий сказал! О, туды! Так, туды? А ты уверен, что туды? Туды! А? Туда! Туды, туды! 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 До свидания, ребята! До новых встреч!